На многие самые интересные вопросы в нашей жизни нет прямых ответов. Также нет прямого ответа на связь между фамилией и реальной историей вашей семьи. Ответ один, и он непростой – генеалогическое исследование. Проведите генеалогическое исследование. Соберите все документы в архивах, которые относятся к вашим прямым предкам. Хорошо, если вам удастся найти родоначальника сразу, родоначальника вашей фамилии, того самого Даву Гольдмана Кузнецова, который относится к вам. Если нет, то вам нужно создать группу однофамильцев, искать дальних родственников через анализ ДНК и идти тем же самым путем генеалогического исследования, но по боковым ветвям. В идеале оно позволит вам найти того самого родоначальника, которого не удалось найти по прямым предкам. Почему так важно провести генеалогическое исследование и не опираться на свои догадки на основе звучания фамилии? Потому что в догадках, как мы знаем, всегда есть процент ошибки. И в случае связи истории семьи и прогнозов о ней по фамилии он большой. Устраивает ли вас этот процент? Вы готовы мириться с тем, что ваши догадки так и останутся красивыми историями, которые вы не можете подтвердить, если вас припрут к стенке и спросят об аргументах? Раньше многих дворян устраивало, в том случае, если от этих легенд им светили гораздо большие привилегии и материальные блага. Сейчас, когда мы в генеалогии можем наслаждаться красотой исследования ради исследования, все равно есть место мифам. Родовед развенчивает миф в одной части древа, а в другой части древа вырастает новая красивая история. Мифы и семейные легенды мотивируют нас на изучение своего прошлого. Неважно, достаточно ли нам для этого прочитать готовую книгу о своей родословной или начинать исследование с нуля. Без загадок не обойтись. Я желаю вам, чтобы история вашего генеалогического поиска для объяснения происхождения фамилии была самым захватывающим и интересным детективом для ваших потомков. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.